Ну что ж, мы продолжаем. Нет, это нормально. А, нет, не нормально. Я вот только что без лап умер. Да, так целую вещь будет продолжаться. Так, ну окей, я уже так победил, поэтому я, пожалуй, ушел. Ну ладно, я думаю, сейчас они будут ходить, я подумал. Так, я только... Ага. Можно атаковать, да? А это значит... Не, можно ваншотать, в принципе. Только... Дело не пойдет. Нужно как-то. Нужно как-то быстро поспеть, а? Пойдет. Так-так. Ну окей, они уже не имеют никакого значения, поэтому... Теперь мы можем этот диск забрать. Да. Могу сказать, да, смотри, могу. Потому что надо что-то...
попытаться как-то их не ванчотать, и это еще и кажется. Да, у меня пока есть тайны, я помню. Ну а теперь дело за мало. А у меня это и даже нету, да? Так, а это же да? Что мне с вами делать? Как бы не вам шатать, ладно? Блин, он отступил! Ну я просто да, я же хотел это... Ага. Я там тут не отравишь, да? А чем он тогда? Ладно, выбор у меня все на. Кстати, у без лапа это... Глаза тут не... Опа, так, с вами как... Нафиг я не могу, это же очевидно, то что... Ладно, походу выборы я отсутствую, да? Тут надо либо эпическую сложность ставить, либо... Правда, эпическую поставить. Да, тут реально нужно эпическую сложность ставить, ибо это тут никуда не годится. Нет! Блин! Издевай! Все-таки мне поохотиться так и не дадут, да? Мне так и не даст поохотиться после этого. Ладно уж, поделать. Придется забирать, надо мне тогда сделать. Так, ну а теперь дело за малым. А может это... Правда высокую уровень сложности поставить?
Хотя да, давно пора. Так, сейчас там трендец будет после этого, да? Так, ой, блин, нет, трендец. Итак, как я же увеличил то? Так, давайте выключаем, я так и не нашел. Вот! Увеличил шанс поймать врага, ладно. Ну, погнали! Что ж поделать? Будем ломать эту пушку, как это ваша шпага называется, которая меня это рухнула? Подожди. Как называется? Неоновая Валькирия, да? Дело за нам, за малым. Так. Во-первых, без лап. Возьми вот это. Просто на сто. Нет, все нормально. Ну, что поделать? Мне это упа. Ну, теперь дело за малым. Что ты скажешь? Последние твои слова, ладно? Походу, он так не скажет, да? Так, ну что ж, у нас файтбой у нас, да? А это значит что? Так, а теперь дело за малым. Что ж, теперь дело за малым, да? Так, а теперь самое главное. А вот тут я забыл, надо... Это самое... Я тут один видос посмотрю и проверю там эту. Там должен быть вход к этой неоновой Вальгале. Так, во-первых, где этот видос? Одну минуту, так. Я вроде ее сохранял как-то, да. Еще проверил. Вот.
quanto è per più vicino alla fine? Tac! Tac, ma c'è qua, ma c'è la faccia. Non mi uccido, ma c'è qua. Так, налево, потом еще налево, потом вверх, потом так, налево, опа. Потом вниз, оп, потом вниз. Потом направо, потом вниз, вниз, опа. Так, ладно, потом по... Это какой, это какая уровень сложности? Обещанный, нет, 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 нет. Вот! Так, ой! У меня лишнее сохранение, да? У меня, блин, лишнее сохранение. Куда мне идти в плане? Непонятно. Как нам забафать сюда? Так. Во-первых, что? Во-первых. А во-вторых... Ага. Так, тоже без спа. Ай, не видел. Как забафать? Как забафать? У меня никакой бафы нету, да? Почему? Так. Ладно, что же поделать?
Блин, не идет. Так сразу. Опа! Ну все, дело за малым. Главное, чтобы не спанули, иначе это дело пойдет. Чем бафать теперь? Никому не бафать, да? Это значит, что он... Так, надо бы... Что взять? Это мне тоже... Это... Ага. Смотри, я буду... Кстати, без вас! Дело это жень, да? Так. Я не этой. Капец. Опа, так, ага, это кто, ага.
aquí abajo. Ajá. Так, блин. Не, это понятно. Нет, я там тут не проверил. Ладно, сейчас бахнем. Наверное. Нет, нормально, слушай. Не, нормально, я спокоен, я спокоен. Так, ага. Вот. О, ну понятно. Как камбэкать? Это хорошо, что, у меня еще дофига чеснока. На всякий случай бабки. А как дальше? Ну а нам я готов пить. Вот сейчас. Не спрашивайте. Без комментариев. Я это забыл этот вырубить. Не, ладно, уж поделать. Ладно, минус один, нормально. О! Ловили. За газом! Так поднимаем. Так, а теперь опять что? Теперь что делать? Понятно. Да, так бесполезно. Значит, придется гасить светом. Блин, тут даже чуть-чуть. Ха. Может сказать?
качаем. Это сладко. Давай попробуем. Окей, я там перестроил. Ага, как быть? Все, окей, вот это уже будет полезно. А! Догнарёк. Ладно. Отсилим в любом случае, поэтому... Можно и протренировать. Деревня монолит, ага. Так, тьма на него смотрит, да? Так, езжаем. А хуже-то не бывает. Кого же бахнуть, кого же бахнуть. Так, так. Я могу. Если что, это не эпическая сложность. Бедлап, давай. Я надеюсь, только на тебя, дружище. Зачем? Да, вот так вот все должно быть. Не подумал.
Ну, ну ладно, последний остался, это уже хорошо. Опять ошеломление. Ну, ты дело за мало. Так. Вот это меня уже напрягает. Ой, это важно. А, я понял, это Вальгалла. Я понял. Так, просканируем. Так, а теперь уходим отсюда. А теперь уходим, потому что... Вот к Вальгалле мы еще не готовы.